В Никарагуа массовые протесты переросли в беспорядки. Не обошлось без жертв, погибли не менее 3 человек, еще десятки пострадали. Для разгона протестующих полиция применяет резиновые пули и слезоточивый газ. Серьезные столкновения проходят в нескольких городах страны, в том числе в столице Манагуа. Недовольство людей спровоцировали планы властей снизить все соцпособия, пенсии, стипендии, семейные пособия сразу на 5%. Отмечу, Никарагуа считается одной из беднейших стран в западном полушарии.